В академической гимназии имени Павла Максимовича Тверского государственного университета состоялся выпускной. Родители, учителя, почетные гости поздравили гимназистов, которые закончили 9 класс. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. 56 выпускников 9 классов покидают стены академической гимназии имени Павла Максимовича Тверского государственного университета. Накануне старшеклассники сдали основной государственный экзамен и показали отличный результат. Это личный успех детей, которого они достигли благодаря полученным знаниям и поддержке учителей. Я считаю нашу академическую гимназию имени Максимовича лучшей в Тверской области. Я уверен в наших преподавателях. У нас, по моему мнению, лучший состав преподавателей, поскольку нам удалось соединить методическую базу университета и практический опыт работы в школьной системе. Ну и получился определенный сплав качественный, который выдает хороший результат. За время обучения в академической гимназии имени Павла Максимовича Тверского госуниверситета дети получают знания, которые позволяют им поступить в лучшие вузы страны и получить высшее образование. Об этом хорошо знают родители, которые приводят учиться в гимназию всех своих детей. Ведь на сегодня образование – самое главное в судьбе каждого человека. И оно определяет всю его дальнейшую жизнь. Это наш второй ребенок, средний сын, который пошел по стопам старшей дочери и пришел на обучение в гимназию. Нам очень нравится подход академической гимназии к образованию именно старших учеников, потому что более полно можно раскрыть свой потенциал. Если ребенок намерен достигать каких-то профессиональных целей в будущем, то вот профильное образование в гимназии позволяет ему углубленно, скажем так, заниматься любимыми предметами, не в ущерб, конечно же, основной школьной программе. В этот день хочется поблагодарить всех учителей, которые обучали нас, и пожелать всем удачи. А также хочется пожелать удачи моим одноклассникам, с которыми было весело учиться в этом году. На вручение аттестатов прозвучало много добрых пожеланий. Почетные гости, родители и учителя уверены в том, что на каникулах дети хорошо отдохнут, наберутся сил и осенью продолжат свое обучение с таким же интересом и усердием.